чем причина такого мощного первого тайма? Ну, причина в том, что мы вышли побеждать, и, собственно, мы были к этому готовы, и, естественно, мы вышли с первой минуты, мы играем, это один из наших принципов, что с первой играть до последней минуты. Ну, соответственно, забили мячи, там, имели ряд моментов, ну, хорошие мячи получились, и со стандартов добирались, и так моменты, которые вот по атаке, по быстрой, были очень хорошие эпизоды. Забили 3 мяча, отлично, все здорово. А вторым таймом, наверное, не настолько довольны? Ну, почему, я бы не сказал. Невозможно 90 минут все время играть возле чужой штрафной площади. Плюс еще нужно понимать о том, что мы держали высокий темп. И ветер был, наоборот, встречен во втором тайме. То есть имеет место быть утомление, да, и это нормальные вещи. Вот. Я не скажу, что мы просели, это я точно не могу сказать, потому что мы, собственно, контролировали ход игры и делали хорошее взаимодействие во втором тайме, когда выводили на ударную позицию, да, вот, ну, то, что бы нам хотелось, там, через фланг, полуфланг, и это было остро. Да, мы не забили, но это было остро. Центр поля мы, ну, контролировали, ничего не дали создать сопернику. Собственно, качеством игры и самоотдачей всех футболистов мы довольны и, в общем, благодарен парням о том, что они держали этот темп и контролировали эту игру. Отлично все. И всем болельщикам поздравляю с победой. Им большое спасибо за поддержку, потому что в 3 часа дня собраться, поддержать команду, как бы это дорогого стоит и многого. И мы это чувствовали. Большое им спасибо.